Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова Асхат Халилов. Сегодня 12 мая, Казахстан, город Алматы. Смотрите, какая опасная, тяжелая работа мойщиков окон высокоэтажных зданий. Сегодня, кстати говоря, ветрено. Обещали небольшой дождь. Пожелаем мысленно удачи, благополучно закончить работу этим смелым парням. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, будет много новых интересных видеообзоров.